Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться серую кнопку «Вы подписаны», а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Под прошлым роликом мы собрали 1500 лайков. Давайте в этот раз побьем этот рекорд и в честь Нового года сделаем максимальное количество лайков. Поставь лайк на этот видос, и твой Новый год будет лучше предыдущего. Обязательно это сделай. Но если проигнорируешь, то, конечно, не будет. Поставь лайк, дружище. Старый логотип OpenaGames может измениться на новый и стать таким. Все узнаете в этом ролике. И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру «Симулятор автомобиля номер 2». И сегодня мы продолжим говорить о будущих обновлениях, о том, что может измениться, и все, что я нашел в интернете, связанное с Car Simulator 2 за февраль месяц. Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Это они. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь-то подписаться на канал, поставить лайк этому ролику, написать просто любой комментарий, и тогда ты обязательно попадешь в мое новое следующее видео. И, кстати, не забывайте смотреть и другие ролики на канале, которые выходят помимо «Симулятора автомобиля 2» каждый день. Сейчас вы можете после просмотра этого ролика посмотреть предыдущий по Хаслу или по Мордору РП или ПМТА провинции, обязательно это делайте. А то мне чуть-чуть даже как-то грустновато из-за того, что, знаете, по «Симулятору 2» вы ролики смотрите, а другие нет. Так что мне будет очень приятно, если вы посмотрите тоже другой. Спасибо большое тем, кто это сделает. Ну, а сейчас я хочу приступить именно к разговору, к самому сладкому, что у нас сейчас есть на данный момент в игре. А именно то, что у нас появляются действительно мощные сливы и какие-то появления. Действительно странные в какой-то степени, какие-то забавные. И от этого даже на самом деле как-то прикалывает. Потому что, блин, на самом деле непривычно как-то видеть в игре что-то абсолютно определенного новое, что-то такое, что мы не видели. И на самом деле это как-то даже радует, дорогие друзья, что в игре у нас появляется что-то феноменально интересное. О чем именно я говорю, наверное, вы уже понимаете, что сейчас многие, наверное, уже видели. Если кто-то не видел, то я думаю, что это совсем странно, потому что, блин, как такое можно было не увидеть? Короче, в интернете совсем недавно начинают появляться вещи, которые появляются именно в Фейсбуке, как это заявляется, собственно говоря, каким-то образом проявляются сливы, что-то еще подобное. Я не знаю, как именно, но, в общем-то, я все равно в любом случае с вами делюсь и показываю это в роликах, что в феврале месяце нам добавят дрифт, во-первых, игру, во-вторых, конечно же, должна появиться ВАЗ-2114. И, по всей видимости, совместно с этим разработчики вроде как должны поменять, собственно говоря, дизайн игры. Во-первых, изменится логотип не так, как обычно он меняется, просто там гелик заменяется на какую-нибудь другую тачку ламбу, а кардинально. То есть новый логотип игры должен выглядеть кардинально интересно. Вы даже, блин, я вот действительно в шоке от того, от которого логотипа я вообще увидел, и я был действительно прям поражен, что вот новый логотип должен выглядеть вот так вот. Да, дорогие друзья, сейчас вы на экране видите единственный эскиз, который может быть заявлен новым атрибутом обновления. Как видите, большая реально цифра 2, как и есть в Car Simulator 2. Текст, видимо, просто был накиден каким-то образом, но это уже смотрится намного свежее и красивее, посочнее. Видно, что игра действительно развивается. На этом логотипе можно увидеть, что в игре появился, вот, собственно говоря, дрифт, загрязнение, которое у нас есть. То есть это пасхалка на то, что когда мы ездим по песку, у нас остается грязь сзади колея. Это все показано на этом скриншоте. Ну и, конечно же, текст никогда на таких логотипов не пишут правильный. Это просто символика, которая потом после чего подбирается на компьютере вручную. И, блин, если это будет действительно настоящий такой логотип, то я буду, честно говоря, рад. Потому что смотрится это круто. И двойки на, собственно говоря, на самой машине, они
подтверждают то, что это Car Simulator 2. То есть, действительно, одной двойки большой тут не хватает, а сделали еще и вот такие вот маленькие везде по кузову автомобиля. Как по мне, смотрится круто, и если это действительно будет новый логотип в игре, то я просто буду рад, потому что это действительно смотрится намного интереснее и красивее. Поэтому, ребята, я даже в своем телеграм-канале сделаю опрос, какой логотип лучше, старый или новый, и мы давайте это решим. Поэтому обязательно переходите по ссылочке в описании и подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там действительно много чего интересного есть для вас, и вы можете там найти что-то крутое для себя. Поэтому, ребята, не забывайте это как бы делать. Ну а мы, собственно говоря, продолжаем наши приключения в игре, собственно говоря, то, что мы как бы делаем, и прочие вещи. Также, ребята, я нашел то, что девушка в игре может замениться на вот такую вот, собственно говоря, это... Видно, что изменения идут от девушки, которую мы уже не раз видели. Она у нас присутствует в обновлениях. Ее показывали разработчики не раз. Ее можно встретить в принятиях задания. То есть, если мы подъедем на какое-то задание, то мы ее, в принципе, можем увидеть. И то есть, вот эти девушки в началах задания, они могут поменяться. То есть, к примеру, вот конфискация. И это вроде бы не конфискация, скорее всего, парковка. Да, вот это мафиозная девушка. А там еще есть... другая. Вот, к примеру, давайте посмотрим, какие еще у нас есть задания. Вот тут так. Главное сейчас не удариться. Ну да, конечно, меня подрезала, как обычно, встречка. Бот меня подрезал и мою машину занесло. Окей, надеюсь, что я тут хотя бы, вот, по-моему, такси. Возможно, это задание такси, но, скорее всего, вряд ли. Если я не ошибаюсь, это задание именно парковки. Да, такси это другое. Абсолютно. А парковка у нас есть тут где-нибудь? Потому что я ее что-то не вижу. Парковка, парковка, парковка. Да, она у нас слева от нас есть. Давайте вот на нее глянем. Если не ошибаюсь, то это девушка, которая представляет нам парковку в игре. И да, да, ребята, вот эту девушку могут поменять и заменить на, собственно говоря, на вот эту вот, которую вы сейчас видите. Как по мне, она будет смотреться действительно лучше, намного красивее. И если ее добавят в игру, ну, мне будет, честно, намного приятнее. Это намного лучше выглядит, чем сейчас. Поэтому, ребята, как по мне, за это нужно поставить лайк. И если это действительно так произойдет, если действительно эти скриншоты, которые я нашел, они правдивые, то я буду только за, я буду рад за игру, чтобы так именно и было. Ну а также есть некоторые картинки, подтверждающие то, что будет новый дизайн автосалона, что некоторые люди, видимо, каким-то образом нарисовали и предложили, что это будет таким образом выглядеть фон в Car Simulator 2. Как по мне, это действительно будет смотреться мощно. Это видно будет, что большой обширный салон. Наконец-таки, наверное, разработчики добавят салон, в котором будут появляться много тачек. То есть двухэтажный полноценный автосалон. А чтобы их не добавлять много, не заспавнивать карту всеми автосалонами, чтобы карта не состояла из 50 автосалонов, а сделать один большой, и в котором уже будут постоянно выходить тачки. Как по мне, это будет круто и клево. Я лично за такое вот прям максимально жду. Поэтому, ребята, я думаю, что за такие вот, собственно, различные картинки вы должны точно поставить лайк. Потому что даже если это не появится в игре, но это действительно смотрится круто. И если вот так порассуждать, это прикольно. Возможно, даже это не разработчиков какие-то работы. Но, возможно, если этот ролик они увидят, они вдохновятся этими картинками и воспользуются, и все-таки сделают. Потому что если это так, то даже пускай будет лучше. Поэтому, дорогие друзья, обязательно поддержите этот ролик лайком. Максимальное количество лайков давайте соберем. Потому что сегодня суббота, день отдыха. И все, кто поставит лайк, у того отлично пройдут выходные. А кто не поставит, то я не ручаюсь. Просто поставьте лайк на удачу. Я думаю, что вам не сложно, а мне будет очень сильно приятно. Поэтому, ребят, кодовое слово в этом ролике. Пускай будет большая обнова. Все, кто напишет большая обнова, обязательно попадет в мое новое следующее видео. А с вами был, как всегда, я, ваш любимый Лич. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем до скорых встреч!